Парк Фина – центральная культурная площадка чемпионата мира по водным видам спорта площадью 5000 квадратных метров, на которой каждый день гостей ждет культурно-развлекательная программа, конкурсы, концерты и трансляции чемпионата. Для последних в парке задействован медиафасад стадиона «Казань-Арена», кстати, самый большой в Европе. Кроме того, в парке разместились татарское, русское, марийское и чувашское подворье с утварью и национальной кухней. Это опыт международных соревнований. Здесь мы гораздо расширили интересы, здесь огромная культурная составляющая, есть большая сцена, на которой каждый день с 12 до 10 проходят культурные программы, есть зона национальных подворий, различные активности. Если мы говорим о культурной программе на сцене, то совсем скоро в парке Фина можно увидеть такие фестивали, как джаз-усадьба Сандецкого, студ-звезда, каравон, фестиваль команд КВН с участием команды высшей лиги, ну и много всего интересного. Вы можете со всей программой ознакомиться на сайте чемпионата. Огромное внимание и к водному полу сейчас идет, допустим, матч США-Россия. И к синхронному наши девочки снова взяли первые позиции. Это интересно, это важно, но, опять же, возвращаясь к нашему парку, мы даем возможность жителям посмотреть все это на медиафасаде частично, где-то на экранах парка, для того, чтобы они были всегда в курсе, всегда в теме и могли сопряжать и культурную, и спортивную составляющую. В общем, в парке Фина каждый может найти развлечение по душе, вне зависимости от возраста. Мы решили посетить знаковые места Казани, но сейчас это парк Фина, поэтому мы здесь. Пришли послушать концерт Ильназа Сафиуллина. Просто пришли послушать и насладиться этим вечером. Ну, здесь вообще красиво, очень классно, нам понравилось. Мы хотели попасть на концерт Ильназа Сафиуллина, любимый наш певец, но, к сожалению, не успели чуть-чуть, потому что не смогли припарковаться. У нас еще глаза разбегаются, потому что столько тут массовое такое мероприятие. Сами не знаем еще, куда идти. Сейчас будем осматриваться, смотреть. Привели ребенка, показать. Но кем ты хочешь стать? Полицейским. Потому что все полицейские, я только один не полицейский. Вход в парк абсолютно свободный. С 12 до 22 часов у вас не должно быть ни билета, ни какой-то аккредитации. Он открыт для всех жителей и гостей столицы.